Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы представим вам топ лучших селфи премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Досмотрите это видео до конца, и мы покажем вам самые необычные селфи нашего премьера. Это действительно впечатляет. Смотрите это видео до конца. Поехали! Ни для кого не секрет, что наш всеми любимый премьер Никол Пашинян достаточно активный деятель социальных сетей, и его часто можно увидеть с селфи палкой в руках. Нетрудно догадаться, что в его архиве уже огромное количество фото с такими людьми, познакомиться с которыми мечтает каждый. Никол Пашинян опубликовал на своей официальной странице в соцсети Facebook ряд селфи с главами стран-участниц франкофонии. Первым стала совместная фотография с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с нашим хорошим другом, так подписал фото Пашинян. Веселое селфи получилось у Пашиняна и его супруги Анны Акопян с президентом и первой леди Франции Эммануэлем и Бриджит Макрон. Сразу видно, что у них хорошее настроение. Это заметили и подписчики армянского премьера. В объектив Пашиняна попали также генсек франкофонии Микаэль Жан и ее супруг Даниэль Жан. Фото получилось особенно душевным, и искренняя улыбка генсека франкофонии явно свидетельствует о том, что она довольна уровнем проведения мероприятий. А вот фото армянского премьер-министра с президентом Чада Идрисом Деби воодушевило пользователей сети, и они предложили Пашиняну пойти по стопам Марка Мэнсона и написать книгу «Тонкое искусство делать селфи» или же озаглавить ее «Обратная сторона селфи». Ранее в свет вышла книга Пашиняна «Обратная сторона Земли». Накануне в сети также распространилось видео. На кадрах главы государств отплясывают под армянскую музыку. После грандиозного гала-концерта гости 17-го саммита франкофонии, по всей видимости, были приглашены на официальный ужин. Огромный интерес вызвало одно весьма специфическое фото. Человекообразный робот София выложила в своем микроблоге в Twitter фотографию с премьер-министром Николом Пашиняном и его супругой Анной Акопян. «Мое селфи с премьер-министром Армении. У меня классная коллекция селфи. Может собрать альбом?» – написала она. Согласитесь, что это интересная и забавная традиция нашего премьера, и у других она вызывает искреннюю улыбку, что видно по совместным фото. А как вы относитесь к такому увлечению? Свои ответы оставляйте нам в комментарии под этим видео. Можете также прислать свои селфи, если у вас есть селфи с Пашиняном, либо с какими-то другими деятелями нашей армянской политики. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до скорой встречи!